В рамках окружной научно-практической конференции нейрохирургов прошла показательная операция по удалению межпозвонковой грыжи эндоскопическим способом. Ее провел профессор Южноуральского государственного медицинского института Данила Остапенков. Помогали ему хирурги нашего центра травматологии и ортопедии. В операционную пропустили и моих коллег. Межпозвонковая грыжа – довольно часто встречающееся заболевание. Причем за последние годы количество выявляемых случаев возросло в 3 раза. Соответственно, увеличилось и число операций. Все чаще врачи прибегают к малотравматичным вмешательствам. Мы не формируем в позвоночнике новых отверстий, в отличие от традиционной технологии. Мы используем уже имеющееся отверстие, межпозвонковое. Оно довольно узкое, но с помощью специальных инструментов мы его подготовим для хирургии, расширим, установим туда рабочий порт и через порт заведем оптику. Ну а оптика снабжена рабочим каналом, через который мы можем завести инструменты, коагулятор, удалить фрагменты. После удаления грыжи эндоскопическим способом пациенты, как правило, восстанавливаются значительно быстрее, чем после обычных операций. Уже к вечеру они встают на ноги, а на следующий день выписываются из стационара. Мы эти уже операции планируем уже начать выполнять к концу этого года самостоятельно. У нас вся уже почти что аппаратура имеется. И вот нам дальнейшее развитие и так далее поступит, поможет Данила Сергеевич, которым мы будем сотрудничать. В операционной сам Данила Остапенков и хирурги Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. В зале участники научно-практической конференции, нейрохирурги из всех регионов Приволжского федерального округа. Они не только следят за манипуляциями, но и слышат комментарии коллег. Вот здесь у нас дорсальное отдело, здесь у нас каудальное отдело, здесь у нас вентральное отдело, и диск находится вот тут. Впрочем, нас поражает темпы и качество развития здравоохранения в республике. Вот ведь впервые, один из первых в России, у вас стал функционировать офтальмологический центр Федорова, да? Вот этот центр, где мы сейчас присутствуем, это вообще уникальное учреждение. Я знаю, что онкологический центр хороший, детский реабилитационный центр. То есть здравоохранение здесь развито очень хорошо. И нейрохирургия в Чебоксарах, в частности, в Чувашии, является одной из передовых в нашем нейрохирургическом центре. Дмитрий Ковалев, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов. Республика.